Трампу с Европой не по пути, по крайней мере, в вопросах климата. США официально уведомили ООН о своем намерении выйти из Парижского соглашения по климату. Об этом сообщил в своем заявлении Госдепартамент США. Штаты намерены выйти из соглашения, как только это будет возможно в соответствии с его условиями. В Госдепе также отметили, что Штаты, как заявил ранее президент Дональд Трамп, открыты к тому, чтобы вновь присоединиться к Парижскому соглашению, если будут созданы более выгодные условия для американского бизнеса, рабочих, народа и налогоплательщиков. В заявлении Госдепа также говорится, что США продолжат работать над сокращением парниковых газов за счет внедрения инноваций и совершенствования технологий. Также они намерены сотрудничать с другими странами, чтобы обеспечить им доступ и использование ископаемых видов топлива более чистым и эффективным способом, внедрять возобновляемые и чистые источники энергии. О том, что Соединенные Штаты выходят из Парижского соглашения по климату 2015 года, американский президент Дональд Трамп объявил в начале июня. Между тем, это первое глобальное климатическое соглашение, определяющее план действий по сдерживанию глобального потепления.